замученный дорогой, я выбился из сил, и в доме лесника я ночлега попросил. С улыбкой добродушной старик меня спустил и жестом дружелюбным на ужин пригласил. Эй! Будь как дома, путник, я ни в чем не откажу, я ни в чем не откажу, я ни в чем не откажу. Эй! Но заставаясь столь великой, желаешь, расскажу. Коль желаешь, расскажу. Коль желаешь, расскажу. На улице темнело, сидел я за столом. Листик сидел напротив, болтал о том о сём, что не среди животных у старика врагов, что нравится ему подкармливать волков. Как дома, путник, я ни в чем не откажу, я ни в чем не откажу, я ни в чем не откажу. Эй, множество историй, коль желаешь, расскажу, коль желаешь, расскажу, коль желаешь, расскажу. И вон среди ночи замыли под окном, старица улыбался и вдруг покинул дом. Но вскоре возвратился с ружьем наперевес, друзья хотят покушать, пойдем прядью в лес. Будь как дома, путник, я ни в чем не откажу, я ни в чем не откажу, я ни в чем не откажу. Эй, множество историй, коль желаешь, расскажу, коль желаешь, расскажу, коль желаешь.